Привет, ребята. Пришло несколько посылочек с аукциона. Честно скажу, много всего заказывал, не все посылки еще дошли, но решил записать эту первую часть. Давайте посмотрим, что же я заказал для себя в коллекцию. Бывает новая почта, бывает укрпочтой. Нормальная запаковка, кстати. Вот такой вот пачка банкнот 5 гривен. Состояние и не пресс, тогда, чтобы кто-то получил ими там зарплату или пенсию в свое время. 2001 год. И интересно то, что некоторые именно банкноты с номерами были подряд. В целом, почему интересен данный лот? Потому что сейчас у нас убирают банкноты из печати. 1-2 гривны уже убрали, 5 гривен дальше будет 10 гривен, и такие банкноты, скорее всего, будут, ну, я уверен, они будут дорожать, особенно те, которые там в наборах, это понятное дело, и те, которые в хорошем состоянии, из обихода, в течение, я думаю, года они будут потихоньку набирать в цене, дорожать. Я напишу видео, почем мне обошлись данные. Я уже не помню, почем мне обошлись данные банкноты. Вот. Но однозначно, я думаю, эти банкноты будут дорожать, именно пятерки и десятки. Тем более 2001 год. Ну, что дальше у нас тут интересного? Запаковка Укрпочты шло. Ага, ну в таком конверте легко досталось. Тоже 5 гривен, ну, образца 92 года. Тут подпись у нас, ну да, здесь состояние получше. Подпись Матвиенко, ну, в районе 200 гривен она стоила, данная банкнота. Причины я вам объяснил. Действительно, сейчас эти банкноты уходят из оборота. Довольно будут они дорожать. Вот, особенно, ну и вообще, конечно, бонистика в Украине не так развита, как, к сожалению, нумизматика. Ну, потихоньку нумизматика набирает обороты, я думаю, и бонистика будет набирать обороты. И к себе в коллекцию я хотел заменить ту банкноту, которая у меня, на более-более в лучшем состоянии, в прессе, вот данную банкнотку. Окей. Спасибо продавцу. Будем сейчас распаковывать, смотреть и помещать ее вот в такой вот альбом для бон. Что можно посмотреть? Что сейчас у меня есть? Вот такой вот довольно интересный альбом. Он оригинальный. Он идет оригинальный. Здесь набор карбованцев 1992 года по 1996 год. Давайте посмотрим, что вот в этом наборе есть. У меня уже самые мелкие номиналы в хорошем состоянии, в прессе уже собраны. Один карбованец, три карбованца, 5. Дальше вот мы идем 10-25, 25-ка здесь дорогая. Кстати, видите, ну они должны были вводиться как деньги, которые переходные, и поэтому не сильно заморачивались там над дизайном, над какими-то элементами по защите. Но так как реформа денежная у нас затянулась и была гиперинфляция, то потихоньку номиналы у нас росли. Вот сейчас мы можем видеть здесь на видео, как выглядят уже более старших номиналов. 5 тысяч у нас, 10 тысяч, 20 тысяч. Да? Видите, у меня нет более мелких номиналов еще в хорошем состоянии. Вот, вот эти 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. По случаю как-то покупал, или кто-то из знакомых продавал, или на аукционе. Но я отдельно не занимался, не выискивал. В принципе, в коллекционировании главное не спешить, то есть делать это в свое удовольствие. Если попадается какой-то экземпляр, то покупать. Вот. И в принципе, вот у меня максимальный номинал — это 50 тысяч. Давайте посмотрим, что же ко мне пришло. Это, если вы видите, просматривается, это миллион. Миллион — довольно большая, самая большая банкнота, которая была. Состояние, она без сгибов, но не прямо полностью, скажем, с острыми уголками. Но в целом состояние довольно хорошее. Довольно хорошее, не дробный номер, обычная серия.
И сейчас стоимость таких вот банкнот от 400 гривен, зависит от состояния, конечно, в более-менее от 400 гривен и до 1000, до 1500 я видел продажи данных банкнот. Как раз эта банкнота пойдет вот в мой такой вот наборчик, скажем, коллекционный. А, кстати, видите, у меня в конце тут еще есть такая закладочка, что у меня еще есть. На вот этом сайте Нумизматика Фалеристика я заказал себе вот такие еще карбованцы, довольно смешные. Сейчас посмотрим. Вот я вам покажу. Вот они так вот выглядят с пингвинами. Да, посвященные станции. Более подробно я обзор не снимал, но довольно забавный. И видите, по качеству, по там. Хотя тут даже они на просвет, если посмотреть на просвет, там есть какие-то голограммы, да. Вот такие вот довольно забавные карбованцы. Вот. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. Если понравился, ставьте лайк. И будем потихоньку заполнять данную книжечку банкнотами. Карбованцами. Все. Всем пока.